В рамках Международной недели предпринимательства в Дагестане прошел форум. Он посвящен развитию промышленного и предпринимательского комплекса в России, в частности, на Северном Кавказе. Такие площадки развернулись почти в 150 странах мира. В работе форума приняли участие более 1000 человек из разных субъектов страны. На дискуссионной площадке собрались представители федеральных властей, а также первые лица Дагестана. Заседание открыл глава республики Рамазан Абдулатипов. Он подчеркнул, в регионе есть проблемы в области развития экономики, промышленности и сельского хозяйства. Он также сказал о необходимости привести банковскую систему в нормальное состояние, в частности, сделать кредитные ресурсы более доступными. Поддержка местных производителей товаров и услуг, а также содействие в решении вопросов продвижения и сбыта их продукции на уровне СКФО – основная цель форума. Недавно была правительственная комиссия по развитию, социально-экономическому развитию Северо-Кавказского федерального округа, в которой участвовал Рамзан Кадыжмурадович, который проводил Дмитрий Анатольевич Медведев. И по результатам этой комиссии была создана рабочая группа, которую совместно сейчас возглавляет Минпромторг и Минкавказ, и в которую входят все руководители субъектов СКФО, и где, наверное, одним из таких серьезнейших пулов проектов, именно промышленных, являются проекты, которые представляет Дагестан. И сейчас в рамках этой промышленной группы начинается серьезная работа, чтобы и те проекты, которые сейчас есть, промышленные площадки, и новые проекты, нашли и инвесторов, и там технологические схемы реализации.